Здравствуйте, с вами телеканал «Зона» и я Сулейман Шевзухов. Сегодня у нас передача «Правосудие по закону». Мы находимся в Петушинском районе, в суде Владимирской области, где рассматривается дело по обвинению Савина Сергея Николаевича по 105 статье. Мы сегодня будем снимать передачу и будем смотреть, сегодня должны прийти свидетели, вот рядом находятся родственники. Мы это снимаем, потому что, чтобы восторжествовало правосудие, чтобы человек невиновный не был наказан. Вот к нам обратилась мама подсудимого, и мы будем вести сегодня передачу. Совершение преступления предусмотрено частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напоминаю сторонам, что ведется аудиозапись судебного заседания. Значит, сегодня, 13 октября 2016 года, в 10 часов, судебное заседание проходит в составе представителя судья Петушинского суда Головин с участием представителя государственного обвинения, помощника прокурора Петушинского района Глуховой, секретаря судебного заседания Ильинской, подсудимого Савина Сергея Николаевича, его защитника, адвоката Мартынова, действующего на основании удостоверения и ордера. Значит, потерпевшая Терлеева Екатерина Васильевна у нас отсутствует судебное заседание. Напоминаю сторонам, что ранее было подано ею заявление о рассмотрении настоящего уголовного дела и проведении судебных прений и ее отсутствие. О дате времени судебного заседания она надлежаще извещалась, каких-либо ходатайств об отложении судебного заседания она не заявляла. Значит, напоминаю сторонам, что в прошлом судебном заседании судом было удовлетворено ходатайство подсудимого, значит, о предоставлении возможности стороне защиты, значит, обеспечить участие в судебном заседании и допрос в судебном заседании в качестве свидетеля стороны защиты, значит, Солодовой Надежды Сергеевны. Значит, также ей направлялось судом извещение о дате времени судебного заседания, значит, для получения почтового уведомления. Почтовое уведомление получено о том, что она получила либо кто-то из ее родственников. Фамилия указана в почтовом уведомлении о получении как Солодова. Значит, сторона защиты. Значит, первое. Значит, какие-то возражения у всех участников относительно продолжения судебного следствия в отсутствии не явившейся потерпевшей Терлеевой есть у сторон? Нет. Значит, с учетом позиции всех сторон суд постановил, значит, продолжить судебное, разбирать судебное следствие в отсутствии не явившейся потерпевшей Терлеевой, учитывая ее надлежащее извещение. Меры для обеспечения вашего свидетеля
приняты. Причины ее неявки, учитывая, что вам вручалась повестка для передачи ее. Ваша честь, повестка как свидетель была вручена по адресу. Причину неявки пояснить не можем. В связи с тем, что и по повестке суда, я так понимаю, свидетель данный не явился, и принимая внимание то, что те объяснения, которые давал данный свидетель в ходе, и которые имеются в материалах уголовного дела, свидетельствуют о том, что по ее объяснениям она видела потерпевшего после 28 числа мая 2015 года, и мы ходатайствуем о приводе данного свидетеля в судебное заседание, поскольку считаем, что данные показания данного свидетеля важны для правильного и всестороннего рассмотрения данного уголовного дела. Понятно. Значит, заявлено ходатайство защитником адвокатом Мартыном о применении принудительного привода и вынесении соответствующего постановления судом в отношении данного свидетеля, которого заявила сторона защиты, Солодовой Надежды Сергеевны. Саня, скажите, пожалуйста, вы поддержите данное ходатайство своего защитника? Поддерживаю. Поддерживайте. Присаживайтесь. Вот, извините, ваша позиция по данному вопросу. Ваша честь, я полагаю, что в данном случае основания для принудительного привода свидетеля не имеется, так, в общем-то, были приняты все меры из стороны защиты, предоставить судебное заседание свидетеля, и также судом были приняты меры по обеспечению явки. И, кроме того, сторона гособвинения звонили, и данные свидетели не отвечают на телефонный звонок. Поэтому полагаю, что необходимо указать. Вы возражаете? Да. Понятно. Значит, вынесение по данному вопросу решения, оно подлежит в совещательной комнате для объективного рассмотрения. Сторона защиты, значит, в случае удовлетворения вашего ходатайства, значит, на какое число вы рассматриваете следующее судебное заседание, учитывая ваш график занятости в иных процессах? 18-е. Да, ваша честь. 10 часов свободно у вас? Да, свободно. Значит, для вынесения судебного решения по итогам рассмотрения данного ходатайства стороны защиты суд удаляет совещательную комнату. Значит, оглашение судебного решения через 30 минут в данном зале судебного заседания. Постановление 13 октября 2016 года судья Петушинского районного суда Владимирской области Головин с участием представителя государственного обвинения помощника прокурора Петушинского района Глуховой, подсудимого Савина, защитника адвоката Мартынова, представившего ордер 060-687 от 18 февраля 2016 года, удостоверение 832, представитель судебного заседания Ильинской, рассмотрев открытым судебным заседанием материалы уголовного дела в отношении Савина Сергея Николаевича, обвиняем в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил, что в судебном заседании 13 октября 2016 года по настоящему уголовному делу установлена неявка без уважительных причин свидетеля стороны защиты Солодовой, которая была уведомлена защитником адвокатом Мартыновым отдать время судебного заседания, а также получила согласно почтовому уведомлению 24 сентября 2016 года по указанному настоящему уголовному делу по адресу указанной стороной защиты судебное извещение судебной повестки. Защитник адвоката Мартынова в судебном заседании 13 октября 2016 года заявлено ходатайство о принудительном приводе данного свидетеля защиты Солодова. Подсудимый поддержал данное ходатайство адвоката. Гособвинитель Глухова заявила возражение, считает, что адвокат не может обеспечить явку надлежащего извещенного свидетеля стороны защиты. С учетом этого считает необходимым отказать в удовлетворении данного ходатайства адвокату Мартынову. Суд, учитывая необходимость объективного рассмотрения уголовного дела, предоставление всем сторонам возможности реализовать свои процессуальные права, считает необходимым в целях установления места нахождения свидетеля Солодовой по указанному подсудимому адресу и ее допроса в суде прибегнуть к мерам принудительного привода. На основании изложенного руководства статьями 113-256 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановил свидетеля стороны защиты Солодовой Надежды Сергеевны, проживающего согласно материалам уголовного дела, а также ходатайству подсудимого по адресу Петушинский район, город Костерево, улица Серебренникова, дом 35, квартира 68, подвергнут приводу в суд в принудительном порядке 10 часам 18 октября 2016 года Петушинский районный суд по адресу город Петушки, улица Ленина, дом 17, кабинет 46. Исполнение данного постановления возложить на отдел судебных приставов по Петушинскому району, УСП по Владимирской области. Значит, соответствующее на данную дату 18 октября 2016 года отложено настоящее судебное заседание. Все, судебное заседание является закрытым. Thank you.
С вами снова телеканал «Зона», я Сулейман Шебзухов. Сегодня вот мы были на слушании дела Савина Сергея Николаевича. И сейчас мы беседуем с адвокатом Артемовым. Вот. Адвокатом я бы хотел вот такой вопрос задать. Дело в том, что это убийство, он выходящий, если так сказать, голову отрезали человеку, да? Вот какие доказательства по делу, какие непосредственно, что вы считаете доказанным, недоказанным? По мнению стороны защиты, единственным доказательством виновности Савина Сергея Николаевича в инкриминированном деянии является его признательные показания, данные на первоначальном этапе следствия. Сторона защиты полагает, что данные показания были даны под оказанным на Савина физическим и моральным воздействием. По данному факту нами написано заявление о проведении проверки доследственной в порядке статьи 144-145 УК РФ и привлечение лиц, оказавших давление как физическое, так и моральное на Савина, к уголовной ответственности. В настоящий момент времени проверка, насколько известно, стороны защиты не завершена, в связи с чем полагаем, что судом не может быть пока принято решение о признании виновным или невиновным Савина, поскольку имеются данные и свидетельства о том, что все-таки к нему было применено физическое воздействие, и проверка, как я сказал, уже не завершена в настоящий момент времени. Вот такой, в общем, интересный момент получается. Кроме этого, никто не видел, да? Даже они все дрались, что-то типа иных объективных доказательств, в частности, Савина к совершенному преступлению, по мнению стороны защиты, материал уголовного дела не увидел. Хорошо, спасибо большое. Зоя Владимировна, вот у нас находится мать подсудимого Савина Сергея. Зоя Владимировна, вот в таком преступлении вашего сына обвиняют. Вы как мать, как себя чувствуете, как вот после этого вот совершал, не совершал, как он себя характеризует? Я хочу сказать, добиться того, чтобы восторжествовала справедливость. Сын у меня никакой не убийца. Сын у меня очень хороший человек. Я понимаю, каждая мать защищает своего сына, виновный, невиновный. Но я знаю, что он невиновный, он спал дома. Мог бы муж подтвердить, но он инвалид первой группы. 3 инсульта было. Вот сейчас опять лежит в больнице. Очень переживает за сына. Если не смогли наша милиция найти за 4 дня телефон работающий, когда у нас кругом сотовые вышки, теперь уже прошло 1.5 года, тяжело искать убийцу. Но я хочу, чтобы моего сына оправдали. Невиновный человек. У нас все брали, у нас ножи брали, у нас одежду, у нас все лампы синие прошли, кругом прошли, под пола лазили, огороды прошли, сараи, дворы, все. Ничего, никаких улик у нас нету. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем передачу с Петушинского районного суда Владимирской области. С вами был Сулейман Шебзухов, передача «Правосудие по закону». До скорой встречи!